надо же! И почему Кривозуб поставил мне в пару тебя? Может, потому что зачет будет по магии огня? И что с того? Ну как же! Тебе, можно сказать, повезло! Ведь я и есть маг огня! Тоже мне маг огня! Да ты сама в прошлой четверти тройку за свою магию получила! Какая же ты все-таки несмеяна, вредина! Добро пожаловать, дорогая! Несмеяна. А ты смотри, ничего тут не трогай, принцессуля. Липкая паутина, не то. Болотные огоньки, не то. Да куда же эта свечка запропастилась? Ух ты! Сколько у тебя здесь всего! А что, вся комната только твоя? А то, конечно, моя. А почему же Василиса Васильевна никого с тобой не поселила? Ну, она пыталась, но тут никто не прижился. Зовусь я Несмеяной неспроста. Веселье, смех, нет без меня, пожалуйста. Пусть считает, что я бука. Ходить в школу просто скука. Девчачьи штучки не терплю. Я одиночество люблю. Ах, как прекрасно ночью при луне. Напугать прохожих и побыть во тьме. Для чего приятно насылать печаль? Пусть слегка поплачут все, никого не жаль. Разбежались все подруги, хорошо. Значит, будет больше места, что желать еще. И избегают Несмеяну, не хотят со мной дружить. Вот и замечательно, будет проще жить. Ах, как прекрасно ночью при луне. Напугать прохожих и повыть во тьме. Да чего приятно насылать печаль. Пусть слегка поплачут все. Никого не жаль, никого не жаль, никого не жаль. Ну, я это пойду. А к зачету ты сама подготовишься, да? Я же все равно плохой маг. Толку от меня мало. Ну все, пока. Эй, подожди, куда ты? Я же пошутила. Эх, опять мы одни остались. Может, все-таки надо быть поприветливее? Хотя... Ты видел ее лицо? Вот умора!